Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я хотел бы с вами поделиться своим мнением, своими впечатлениями о вот этой вот как бы камере. Это Hasselblad X1D, как бы, который позиционирован на рынке на сегодняшний день как средний формат. Я с этой камерой прошел мексиканскую научную экспедицию и вот как раз хочу вам, объяснить, что это за камера и, в общем-то, все ее положительные и отрицательные качества. Я прошел с этой камерой мексиканскую экспедицию и, в общем-то, хотел бы с вами поговорить об этой камере. Как вы понимаете, не случайно хотел бы поговорить. Я до этого, в общем-то, не сильно часто делал какие-то обзоры или объяснения какие-то делал на эти темы. Первое, что мне бросилось в глаза, вы знаете, эту камеру я купил, наверное, самый последний. То есть вышла она достаточно давно, 2 года назад, и я ее себе не покупал. И я вам расскажу сейчас, почему. Такой антипиар, который устроили этой камере, я, в общем-то, до этого не видел. То есть все говорили, что это поганая камера, ужасная, жуткая. Она очень медленная, у нее жутко медленный автофокус и прочее. Она вот выходит из строя, у нее ужасное программное обеспечение. Может быть, так 2 года назад и было, не знаю. У меня не было этой камеры 2 года назад. Вероятнее всего, претензии к заводу-производителю были совершенно обоснованные или не обоснованные. Я не могу сказать, у меня не было этой камеры. Эта камера ко мне попала в руки достаточно недавно, несколько месяцев назад. Как раз вот при подготовке к мексиканской экспедиции. И вот она попала ко мне в руки в комплекте из 3 объективов 65-2.8, то есть это полтинник в 35 мм в пересчете. Есть 35 в 35-миллиметровом пересчете, есть 21, это где-то 18 в 35-миллиметровом пересчете. То есть получается там широкий угол, 35 миллиметров, классика, и 50 миллиметров. Будут еще 45-й, 120-й объективы на нее. Просто я их еще не получил, эти объективы. И об этом мы тоже поговорим, о том, почему я не получил до сих пор эти объективы. Давайте начнем с того, что на рынке существуют 4 камеры этого типа. То есть это Pentax Z645, это GFX50 Fuji и ваш покорный слуга и Leica среднего формата. То есть это камера якобы среднего формата. Вы понимаете, этой камере до среднего формата, как до Луны. По причине того, что средний формат — это несколько другой формат на пленке. Он по сути своей в 1,5 или в 2 раза больше матрицы, чем пленки, чем здесь стоящая. Но эта матрица громадная, большая по сравнению с 35-миллиметровой матрицей. То есть вы поставите 2 камеры, вы увидите, насколько больше эта матрица по сравнению с чем-то. И вот всеми почему-то принято считать, что это и есть средний формат. На самом деле средний формат — это пленка. Да, средняя 120-миллиметровая, и там они бывают 6x6, 6x7, 6x9 и так далее. 6x4,5, масса есть вариантов этого среднего формата в зависимости от того, как камера режет пленку, там больше, меньше. Речь об этой камере, и, в общем-то, этот обзор, он нестандартный. Почему? Потому что вы сейчас видите человека, у которого есть все эти камеры. Да, поэтому вряд ли вы найдете человека, у которого есть и Z645, и GFX50, и
вот этот Hasselblad. То есть это редкость, когда у человека все три камеры как бы в наличии. И вот вместо того, чтобы разговаривать на эти темы, то есть вы, ну, как бы перед вами человек, который, в общем-то, имеет все три камеры, фотографирует всеми этими тремя камерами. И могу вам сказать, что вот я как раз собираюсь сравнить эти три камеры между как бы собой. Итак, когда вы решили подняться до среднего формата, стать страшно среднеформатным, это замечательно. Вот. Ну, в общем-то, я фотограф, а не человек, который по заказу, в общем-то, за деньги каких-то компаний делает для них обзоры. Знаете, большинство людей, которые существуют сегодня на рынке, они занимаются самопиаром или выполняют заказы тех производителей, которые им дают эти камеры для того, чтобы они делали на них обзоры. Я не имею отношения ни к Hasselblad, ни к Pentax, ни к Fuji. Мало того, в глаза не видел никогда в жизни ни одного ихнего представителя, и слава Богу. И камеры к этим мне как попали в руки постепенно, не в один день. Сначала появился, так сказать, Z645 Pentax, потом GFX50 Fuji, и вот, наконец-то, ко мне в руки попал Hasselblad. У меня есть такая же пленочная камера 35 мм Hasselblad X-Pen, как бы, которым я пленкой фотографирую. А это вот электронный, как бы, средний, как бы, формат. И вот я раз хочу вам сравнить эти камеры как бы между собой. Ну, так как вы понимаете, мне пришлось ехать, лететь в Мексику, да? Для меня крайне важно первое качество этой камеры, это ее вес. Как вы видите, Hasselblad я держу двумя пальцами. И может даже вот, ну, для кого-то она будет все-таки тяжелая, эта камера, но вот для меня я его держу двумя пальцами. И я вам могу сказать, что я и Fuji удержу двумя пальцами, и даже Z645 удержу двумя пальцами. Ну, у меня сильная кисть, поэтому я его удержу. Как бы. Но вот среднестатистический человек, знаете, когда вы берете с собой Z645, вам нужен вот такой рюкзак. И этот рюкзак будет очень тяжелый. Потому что камера вот такого размера. Хотите вы этого или не так? То есть она имеет свои положительные характеристики. Мы о них сейчас поговорим. Но она очень тяжелая. Если вы, конечно, парень сильный, этот рюкзак будете всю экспедицию с собой таскать или по городу ходить с этим рюкзаком, постоянно менять вот эти вот объективы, ну, значит, у вас будет... Ну, то качество Pentax, которое вы как бы все предполагаете. То есть первое, что я хотел бы сказать, что вот эта камера, она по весу чемпион. Она маленькая, компактная, обратите на нее внимание. И по сравнению с GFX50 и по сравнению с Z645 намного меньше весит. Видите? Вся практически как обыкновенная зеркалка. Это первое. Но это беззеркальный фотоаппарат. А GFX50 тоже беззеркальный. А вот Z645 там зеркало, и оно громадное, и оно ходит. Об этом тоже мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, масса, вес. Я понимаю, что большинство из вас, они не совсем как бы понимают, насколько важна масса фотоаппарата. Потому что вы как бы можете сказать, да его на разгрузку можно одеть, ходить на разгрузке и так далее. Вы когда-нибудь целый день с фотоаппаратом ходили? Ну, вот так, чтобы с 9 утра и до позднего вечера, до 7. Представьте себе, я вас нагружу этим рюкзаком, вот с Пентексом. Вот вы, чтобы весь день с ним походили. А если вам нужно ходить 2 недели, а не... Вот как вы на это вообще смотрите? Понятно. Вот я когда комплектовал этот фотоаппарат в экспедицию, у меня этот фотоаппарат занимает верхний разъем моего рюкзака. То есть дернул, вытащил,
сфотографировал, поставил обратно, на плечо повесил и пошел. Вот с Z645 так не получится. То есть вам придется открыть рюкзак, достать его оттуда, сфотографировать, обратно засунуть, обратно все закрыть, взгромоздить этот рюкзак. Короче, у вас только один фотоаппарат будет занимать одно место. Ну, то есть в самолете. То есть у вас будет рюкзак, вот чисто с фотоаппаратом. И еще какой-то рюкзак, вероятно, с теми причинами, сумка, которые вам нужны как бы в самолете, на перелет там, и так далее. Второй момент. Хват. Ну, Z645 прекрасно лежит в руке, у нее прекрасная эргономика, тогда здоровая камера, то есть, соответственно, хват прекрасный, на ней как бы все великолепно. У GFX50 тоже все великолепно, но вот здесь лучше. Вот эта вот штука вся прорезиненная, она не скользит в руке, даже на солнце. И когда вы в нее вцепляетесь, вот, кладете ее в руку, то она мертво стоит в руке, палец спокойно достает до спуска, и все перед вами здесь. И даже если вы в расслабленном состоянии будете ее держать, то даже если руки мокрые, то камера из рук не вылетит. Это тоже проверено на 40-градусной жаре в Мексике. Могу вот следующую характеристику. Вот этот пояс, он мертво сидит в руке. Просто мертво. Даже на 40-градусной жаре. И, в общем-то, как бы, вероятнее всего, кому-то это покажется не сильно важным в кабере. Вот для меня это оказалось достаточно, на Юкатане достаточно важным моментом в кабере, потому что жарко на улице, руки потеют, они мокрые, и камера может просто выскользнуть из руки. Ну, понятно, Z645 вы вряд ли будете держать таким способом, скорее всего, на разгрузку повесите, поэтому даже если выскочит, то она на разгрузке повиснет, как и висела здесь на стропе. Ну, кому что, в общем-то, нравится. Следующий момент. Вот этот ее размер, вы знаете, меня все воспринимали как фотолюбителя. Такого, знаете, зайку. Сколько при мне людей остановили с профессиональными камерами, вы себе представить даже не можете. Просто стоп. Почему? А потому что за профессиональную камеру нужно заплатить при проходе на любой объект. Плюс 15-20 евро. Ну, представьте, у вас там 20 объектов и по 15-20 евро за каждый объект. Вот просто прикиньте, пусть даже 10. Ну, предположим, 10. Вот у вас будет 10 объектов, это уже 100 евро. Вам нужно будет заплатить за просто так. Просто потому, что у вас в руках не та камера. Меня все воспринимали как дилетанта какого-то непонятного. С такой камерой вообще на меня внимания никто не обращал. То есть были ребята посолиднее там, на месте, с такими аппаратами. И хоть этот аппарат в 2-3 раза мощнее тех аппаратов, на меня внимание. Вот игрушка, она и в Африке игрушка. Я ее вот несу ее вот так в руках. Мимо прохожу, на нее смотрит. Фото? Да, заходи. Фото так фото. То есть тоже худо-бедно, а некая экономия существует. То, что тебя никто серьезно с этой камерой не воспринимает, это приятно очень. Они не знают, что такое Hasselblad. Ну, они же там люди допотопные, поэтому Hasselblad и Hasselblad, они даже прочитать, наверное, не могут, что там написано. Так что я спокойно заходил, как фотолюбитель, у меня маленький рюкзачок на спине. Такая вот камерка какая-то вот. Ну, внимание сильно никто не обращает. Представьте себе, с Z645 вы зайдете, так ты что? Вас сразу обелетят. Вы себе даже не можете понять, с какой скоростью вас обелетят. За такую камеру придется уплатить. Следующее, что я хотел бы сказать, это если сравнивать три камеры, то нужно начинать говорить о видоискателе. По моему мнению, в данной категории выигрывает GFX50 Fuji, у нее видоискатель, знаете, как плазма.
как телевизор. Вот такого размера. То есть ты в нем как смотришь, как будто ты в телевизоре на плазме все видишь. Телевизор. Вот такой же точно видоискатель у Leica SL. Вот эти два видоискателя вообще, наверное, самые лучшие, которые я видел когда-либо. Но этой камеры тоже неплохой видоискатель. Вот великолепный. Он не такой крутой, как на GFX 50. Не такой крутой, как на SL Leica. Но очень-очень приличный. Очень-очень прилично. Глаза не болят, не напрягаются, видно все великолепно, фокусировка как надо. То есть, ну, все прекрасно. Очень удобная штука. Так что даже из, ну, то, что здесь видоискатель хуже, чем на GFX 50, могу сказать, он ее не портит, эту камеру. Как бы совершенно. То есть, вот нет. Система управления камерой. Это самая тупая камера, которую когда-либо видел. Здесь вообще мозгов, ну, просто человеку не нужно для того, чтобы с нее фотографировать. Вот так она включается. Вот она включена. Вот система управления. Все управляется сенсорно. Пальцами. То есть, по сути, выдержка диафрагмы, ISO и все, все остальные параметры управляются пальцами. Выключается она также очень быстро. Все. Камера выключена. То есть, включение-выключение очень быстро. Для среднеформатной камеры. То есть, экран сенсорный настраивается в одну секунду. То есть, тут, чтобы ее настроить, вообще не нужно... Ну, я, никаких знаний в области фотографии. То есть, знаете, вот камера, чтобы настроить Z645, нужно попотеть. Fuji тоже нужно попотеть. И поэтому я, после того, как я настроил GFX 50, после того, как я настроил Z645, когда я сел настраивать эту, то, извините, я ее за 2 минуты настроил и начал снимать уже. И, честно говоря, здесь настраивать нечего. Тут, ну, особо ничего нет, чтобы настроить. Она очень быстро и очень удобно настраивается. Меню и 3 минуты, и все готово. Поэтому, вот как по мне, по удобству настройки, эта камера значительно превосходит и GFX 50, и Z645. Следующий момент. То, что она медленная. Но очень быстро, но немедленно. И для того, чтобы вам это продемонстрировать, вот сидит Сергей как бы передо мной. Я сейчас сделаю несколько снимков, чтобы вы увидели, что она совсем немедленная. Вот я ее включаю. Камера включена. Ставлю то, что мне нужно. Убираю 3.4. Она ничего не обрабатывает, ничего не делает. Может, раньше, ну, когда было другое программное обеспечение, она как-то плохо себя вела. Но вот сейчас никаких проблем нет. Притом, очень большой экран позволяет настраивать камеру быстро. Очень. Что так? Что так? Вы, наверное, заметили, я пользуюсь ручным фокусом. Автофокусом не пользуюсь вообще принципиально по причине того, что, ну, как бы, автофокус не для профессионалов. Профессионал, ну, вряд ли станет пользоваться автофокусом. И я, конечно, со мной будут спорить, говорить, что автофокус это классно, и автофокус это фокус там, где, знаете ли, ну, ему нравится автоматически быть, а не там, где нужно вам на кадре. Поэтому я снимаю на пленку, не привык пользоваться автофокусом и не советую вам привыкать. Ну, как бы скорость настройки вы видели, даже с авто, без автофокуса. Что получается? Включается она быстро, подряд снимает быстро. Автофокус здесь не нужен, я его отключил сразу. Ручная настройка,
мгновенная. Тут фокус подсвечивается специальным оранжевым цветом, как бы, где фокус. Я вижу, где мне нужно фокусироваться, несколько долей секунды фокус найден. Далее, обратите внимание, GFX50. Там автофокус. Можно отключить, точно так же работать в мануальном режиме. Быстро ли настраивается GFX50? Да, достаточно быстро. Тоже достаточно. И точно так же Z645 достаточно быстро работает в режиме ручного мануального фокуса. То есть, если их сравнить по качеству фокусировки, то у этой качество фокусировки выше. То есть, вот этот вот элемент подсветки, он, так сказать, играет серьезную роль. У меня три уровня контроля фокуса здесь. Ничего нет на тех фотоаппаратах. То есть мне фокусироваться на этом фотоаппарате, ну, быстрее и удобнее, чем на тех двух. Дальше. Автофокус. GFX50. Насколько хорошо работает автофокус у GFX? Хорошо работает. Он прекрасно работает. Насколько автофокус работает у Z645? Pentax быстро. Достаточно быстро, но не так быстро, как на GFX50. Ну, понятно, это зеркалка, во-первых, во-вторых, это такая машина, как бы, ей нужно время сфокусироваться. Там жу-жу ходят все эти штуки, поэтому, ну, она медленнее работает реально. Управление камерой очень простое. Проще не придумаешь. Там управление камерой, ну, самое сложное у Fuji, самое простое на этой. То есть Z645 серединное место. То есть самое тяжелое управление. 40 кнопок у Fuji. И надо знать, какую нажимать в какой момент времени. Здесь ничего нажимать не нужно. Да, поэтому как бы... Я не знаю. Может быть, там Fuji... Как-то когда-то изменит политику, и у нее тоже кнопок станет меньше. Но сейчас у нее очень много кнопок. А это как бы мешает фотографировать. У меня стоит все, ну, RAW формат, и все. То есть зачем мне столько этого всего, я не знаю. Потому что я любой этот файл получу в Lightroom в одну минуту, как бы сяду. Ну вот нагрузка. GFX 50 кнопочная, она, ну, запредельная. На Pentax все просто. Ну, как бы, как обычно, на Pentax все очень просто. Как бы, здесь надо Pentax отдать должное, удобное управление. Ну и там все понятно. То есть, по сути, GFX 50 по этому параметру этой камере проигрывает. По скорости съемки они приблизительно одинаковые. То есть, по сути, думайте сами, как бы, какую камеру использовать. Кто-то любит Fuji, кто-то любит Z645 и Pentax, кто-то любит Hasselblad. А Hasselblad, как выяснилось, никто не любит, и вот, полковнику никто не пишет, как бы, никому он не нужен. Как бы, да. Но вот я, пройдя экспедицию с этой камерой, могу сказать, что это лучшая среднеформатная камера, которую я когда-либо держал в руках. Она настолько удобная, продуманная, ну, как бы сделано очень круто, что вот у меня даже слов нет. И вероятнее всего она такой стала, ну, не сразу, вероятнее всего та камера, которая вот, ну, была изначально, вот эта вот, она была плохой, как бы с плохим программным обеспечением, на нее все жаловались, у нее там было. Но вот к сегодняшнему дню, вот сейчас, 2 года прошло, это лучшая среднеформатная камера, которую я когда-либо держал, как бы, в руках. Что мне еще хочется, как бы, сказать? Надо отдать должное Fuji. Она агрессивный игрок на рынке фототехники. И Fuji, конечно, со своими клиентами работать умеет. И я бы тут поставил номер один Fuji. То есть, когда мне что-то нужно с Fuji, они мне 45-й объектив аж вот в Палермо привезли. Понимаете? То есть, мне понадобился 45-й объектив, они в Палермо мне его привезли. Почему? Ну, они любят своих клиентов лучше. Hasselblad более похабного
работа с клиентом, как вот чем у Hasselblad, я никогда в жизни не видел. Им вообще все равно. Они великие, Hasselblad, понимаете? И поэтому клиент — это такая субстанция, которая, если надо, подождет, понимаете? И вот это мне в Hasselblad очень не понравилось. Их отношение к клиенту. То есть отношение к клиенту очень плохое. Вот Pentax, Fuji любит своих клиентов. И поэтому они к ним относятся очень-очень хорошо. То есть, когда мне нужно было на Pentax объектив, ну, определенный, я приехал в Мюнхен, зашел в магазин Pentax, где продаются эти объективы, так они меня не выпустили из магазина, пока я не купил этот объектив. Ну, немцы вообще умеют работать. Надо им отдать должное вот с этими всеми вещами. То есть, есть разные немцы, ну, это же понятно, как разные русские, совершенно разные люди есть, но... Вот то, что я видел, как бы, в Пентексе, в Мюнхене, как бы, они очень хорошо работают с клиентами. Hasselblad я бы поставил самый нижний уровень из этих трех. Но вот камера сама по себе очень хорошая. И я вот считаю на сегодняшний день, что это лучшая камера, которая, как бы, в среднем формате, в общем-то, существует. Если не брать Лейку. Почему я не говорю о Лейке? Потому что у меня Лейки нет. То есть вот я планирую купить Лейка, и тогда уже буду все четыре камеры, как бы, сравнивать между, как бы, собой. Но пока я могу сравнивать только три теми тремя, которыми я фотографирую. Следующий момент. Вот я понимаю, что у каждого свой вкус. И у каждого человека свои потребности. И понятно, что Z645 Pentax выигрывает у обоих камер своей водонепроницаемостью, полной бронебойностью. И понятное дело, что если человек едет туда, где будут дожди, ну, постоянные, ливневые или еще какие-то катаклизмы, эту камеру взять с собой, ну, сложно будет, потому что вы не сможете фотографировать, она не водонепроницаема. А вот Z645 и Leica, они водонепроницаемые абсолютно. Да, то есть поэтому вы можете фотографировать в самых ужасных условиях, которых вы можете, и с камерой ничего не случится. Но у Leica для этого есть и SL, как бы, и вот Q2, сейчас они все водонепроницаемые. Вот эти три камеры, они водонепроницаемые. А так как я фотографирую на Leica, как бы, и на электронную, и на пленочную, то не понаслышке, как бы, знаю, что такое водопроницаемая камера, да, то есть мне, когда я снимаю там налейку, которая водопроницаемая, мне очень неудобно, когда дождь пошел, мне ее нужно прятать, ну, уж прекрасно понимаете, а в этом случае то же самое. Поэтому у этой камеры существует ограничение, как и у GFX50, это вода, ну, то есть будет дождь, вы не сможете на нее фотографировать. И так как я ехал на Юкатан, где дожди начинаются там в апреле месяце, а я там не был в апреле месяце, то при температуре 38 градусов, 40, эта камера себя чувствует прекрасно. И в любых других условиях, где нет дождя. Но если вы поедете туда, где будет дождь, то вам вторую камеру с собой придется брать, которая вот водонепроницаемая. Ну зачем две камеры брать с собой, когда можно взять одну водонепроницаемую, тоже среднего, как бы, формата. То есть вот, ну, здесь, конечно, в общем-то, когда вы будете выбирать камеру, вы уж себе задайте вопрос, какая камера, ну, вам более, так сказать, необходима. Потому что стоят они все приблизительно одинаково. Еще у Z645 существует такая вещь, которая называется зум-объектив. Да, с чего, в общем-то, нету этих, в общем-то, камер. У них фиксы. Я привык фотографировать фиксированным объективом. Причина, потому что на дальномерах на всех Leica фиксированные, как бы, объективы. У них есть несколько объективов зумов, которые, как бы, в общем-то, производились Leica, как бы, в общем-то, я их не использовал ни разу. И всегда фотографировал фиксированным, как бы, объективом. Но, в общем-то, на Z645 это его преимущество, существуют зум-объективы. Вот у меня такой зум-объектив существует, как бы, который там 50. Там 160, по-моему, 50-160, как бы, который позволяет зумировать. Это очень удобно, как бы, в тот или иной момент времени
картинку. Да. Поэтому вот еще одно преимущество 645 – наличие вот зум-объективов. На этих камерах нет зум-объектива, вам придется пользоваться, в общем-то, теми вещами, которые вот у вас, в общем-то, есть, то есть как бы фиксовыми. Давайте как бы поговорим о оттиске матрицы. Вам, в общем-то, должно быть как бы понятно, что у Pentax специфическая свой оттиск как бы матрицы, как бы у этой свой и у Fuji свой. Ну вот, я не знаю, какой кому нравится, я буду говорить исключительно за себя. И вот если бы мне сказали, как мне, ну, как бы действовать, я бы пошел бы чем-то следующим как бы путем. Ну, первое. Вот у меня Fuji, оно ассоциируется, знаете, вот хоть они и делали, вот, знаете, наверное, обзоры все в Индии, там где-то, ну, чтобы, наверное, подчеркнуть, что-то показать. Мне вот как бы кажется, что Fuji все-таки эта камера... Ну вот она, ну, Fuji само по себе красочная, то есть оно красивое. У нее и черно-белый красивый, и, в общем-то, цвет красивый. И вот когда вы, ну, какую-то яркую вещь будете фотографировать, наверное, Fuji, оно как бы, ну, подчеркнет эту яркость, ну, наибольшим как бы способом. Это мне так видится, да. Поэтому, как бы, когда я, знаете, там, лето, птички поют, куча цветов, куча разноцветных этих, то Fuji, ну, мне кажется, вот идеально как бы подходит для съемок вот в таких вот как бы условиях. Если снимать города Европы, да, то есть как бы или вот какие-то вот исторические места, мне кажется, Hasselblad, ну, у него вот идеальный оттиск для вот такой как бы съемки. Европа, другие какие-то страны, где вот вам придется фотографировать. Кстати, я не испытывал никаких трудностей при фотографировании в темных храмах на этой камере. То есть, в общем-то, на Fuji тоже ночью не испытывал трудностей, а вот на Pentax испытывал. На Pentax я испытывал трудности при фотографировании вечером. У него вот как бы проблемы с фотографированием вечером, поэтому я понимаю, конечно, что поклонники Pentax могут сказать, что не умею я фотографировать или что-то еще. Но поверьте, вот это разные как бы вещи совершенно фотографировать на эту камеру в темноте или фотографировать на Pentax. С Pentax будут проблемы. И хотя вы можете сказать, вы же там фотографировали в Софии, в Стамбуле. Да, фотографировал, я умею фотографировать, поэтому я удержал Pentax на линии прицела на низкой как бы частоте выдержки. Короче, на предельных параметрах, я бы сказал так. Но зачем так напрягаться, когда этот фотоаппарат без напряжения фотографирует в темноте? То есть вот в чем как бы прикол. В чем еще преимущество этого фотоаппарата? У него затвор вот здесь, внутри объектива. И поэтому на выдержке 15 я совершенно спокойно фотографирую с него. На Pentax это просто невозможно. На Fuji тоже. И это еще одно преимущество этого фотоаппарата. У него вообще нет отдачи. Никакой раз. Ну и на Fuji тоже, на GFX50, она же беззеркалка, там тоже нет никакой отдачи. Но... При этом, при всем, у него не только нет отдачи, но и затвор внутри объектива. То есть, вот эта, ну, машина, она имеет кучу преимуществ и перед GFX50, и перед Z645. Вот, я не испытывал вот трудностей в фотографировании.
темных храмах, там еще каких-то вещах. Вообще никаких. Даже на несветосильном объективе. Даже на несветосильном объективе. То есть у меня есть объектив там не 2.8, например, там, а 3.4 там, или что-то еще. То есть никаких трудностей. А вот, так сказать, у других камер, вот, например, уже Z645, чуть вечер, уже все. Уже нет той съемки, которая нужна. То есть, если вам придется фотографировать вечером, то эта камера и Fuji намного круче. И, по сути, вот у меня даже на Fuji там есть 2.0, диафрагмы там и так далее и тому подобное. Вот мне как бы видится, что все равно эта камера ночью лучше фотографирует, чем Fuji. Вот не знаю почему, как бы, но вот как-то ей удобнее снимать и меньше проблем с ней ночью, с этой камерой. И по сути своей можете посмотреть мои мексиканские фотографии, вы увидите, что где бы я с нее не фотографировал, то есть проблем никаких нет. Обратите внимание, что касается RAW-файлов, у них они приблизительно по динамическому диапазону попадают в одну линейку. То есть, как бы, в принципе, файлы среднего формата, файлы RAW, они резиновые. Тянуть их можно достаточно серьезно. То есть, поэтому вот, я считаю, для города вот эта камера самая лучшая. Для поездок там каких-то и фотографирования каких-то вещей, которые не под дождем, то есть вот это самая лучшая как бы камера во всех как бы отношениях. Вот. Ну и мне здесь очень понравился черно-белый. Так как я люблю черно-белую фотографию, как бы вот здесь черно-белый очень-очень красивый. Hasselbladовский, как бы. Опять дело вкуса. То есть каждый человек выбирает то, что, в общем-то, ему нравится. Еще один как бы момент, который хотелось бы добавить, это то, что все три камеры, они как бы имеют место быть, и у них свое назначение на рынке, никуда они не денутся, эти камеры, как бы, они как были, так и будут существовать. Я не знаю, может быть, следующие модификации этих камер, там, более высокого уровня, там, время же идет, как бы, люди совершенствуют что-то, да, там, Leica вот новую среднеформатную камеру выпускает, вот, третью, там, по-моему, не знаю, какая из них будет лучше. Ну, факт остается фактом, что вот Leica растет в среднем формате, и, честно говоря, я с этим ростом не сильно хорошо знаком, потому что у меня Leica нет, знаете, я не могу по обзорам судить камеру. Многие люди, они, знаете, посмотрят обзоры, уже все о камере знают. Я вот прошел с этой камерой мексиканскую экспедицию в очень тяжелых условиях. 40-градусные жары и так далее. Эта камера ни разу не дала сбой за все это время. Поэтому я не знаю, там, честно говоря. Может быть, конечно, кому-то вот мой обзор покажется непрофессиональным или еще каким-то. Но с вами говорит человек, который фотографировал на эту камеру в течение 14 дней в тяжелых условиях и сделал очень приличные снимки. И остался очень этой камерой доволен. И я не взял с собой GFX50 туда, и я не взял с собой Z645 туда, и причина, я не пожалел, что я не взял две эти камеры, а взял и купил именно вот эту камеру под эту экспедицию по причине того, что она выполнила свою задачу лучше, чем те две выполнили бы, если бы я каждую из них взял. Вот эта камера лучше справилась. То есть, и по сути, если бы я взял GFX50, я уверен, что она бы хуже справилась, чем вот эта камера. Я, честно говоря, не знаю, как она себя поведет на 40-градусной жаре. Вот это повела себя безупречно. Я уверен, что Pentax тоже бы повел себя безупречно, но на такого размера. Вам пришлось бы тягать его с собой вот такого размера. Постоянно переставлять объективы на нем. И поэтому, по сути своей, в свое время мы делали тест между Z645 и Fuji. И в
двух номинациях, в двух тестах, то есть снимал я и книжник, ну, как бы, Леша, одновременно. Потом поменялись камерами еще раз. И Z645 выиграл у Fuji. В определенных условиях помещения и улиц. Это наше субъективное мнение, что он выиграл. Потому что вот две серии по там, 100 фотографий, ну, показали, что Pentax, ну, вот он снял лучше. При этом свете, там, при, ну, условия субъективные, конечно, как бы, но еще раз. Потом я в Палермо фотографировал Fuji. Она дала прекрасные результаты, в том числе вечером. Я фотографировал ночью и, в общем-то, фотографировал, ну, в таких условиях, где свет плохой, там, я имею в виду желтый, там, и так далее, и тому подобное. Она отлично себя повела в этих условиях. Но вот эта камера, она лучше себя повела вот в этих условиях. То есть у нее картинка лучше. И вот поэтому, когда вы соберетесь покупать какую-то из них, подумайте, что вы будете делать. Вот. И поэтому каждый из вас, он, конечно, должен выбирать ту вещь, которая ему, ну, и более удобная, и которая будет выполнять те задачи, которые вы перед собой ставите, или ваши клиенты перед вами ставят. Вот. Моя научная деятельность, она связана с фотоаппаратом в силу того, что мне необходимо и фотографировать доказательства, и подтверждения научные. Я это делаю и на пленку, и на электронные камеры, как бы, поэтому у меня постоянно, ну, смесь фотографий. То пленка, то электронная. И понятно, что средний формат, он прекрасен для того, чтобы делать, как бы, фотографии, которые мне нужны. Потом для иллюстрации книг научных, как бы, и прочих, как бы, вещей. Ну и понятно, что пленочная фотография, она, ну, дает неповторимые кадры, как бы. Здесь в этом нет никаких, как бы, сомнений, и настоящий средний формат, как бы, да? Потом разных размеров, тех, которые мне нужны в тот или иной момент времени. Вот, и поэтому, что я хочу сказать в заключении, это то, что вот то, что говорят про эту камеру, это обман. Это ложь. То есть, я не знаю, кто там, ну, хотел ее опорочить или наоборот делал замечание производителю, вот они ее довели до определенной стадии совершенства, не могу ответить на этот вопрос. Поэтому подумайте, что вы с собой будете брать, куда. Потому что, еще забыл. Рассказывали, что здесь объектив. Очень плохо меняется объектив, очень сложно. Не знаю, что тут сложного. Раз. Что тут? Ну, говорили, ну, что просто жутко. Я на обзоре видел, чудак, он прямо вот так ее. Придерживаю этим. А зачем так? Ну вот, вы ее взяли, прижали к себе. Вот вы нажали, вот вы отстегнули объектив. Вот вы его поставили обратно. Все. А еще хотелось бы два слова сказать. Они говорили, что вот это кольцо, оно плохое. Ну, вот, если бы уже сделать кольцо, то делать так, чтобы оно не мешалось. Кому не мешает, я не знаю. Я им вообще ни разу не воспользовался. Но поставил M, мануальный режим, и все. Что тебе еще надо? Что ты хочешь от камеры еще? Ну, если понадобилось, поставить приоритет выдержки или приоритет диафрагмы. И еще что? Видео. Съемка. Ну, поставь видеосъемку, нажми и снимай видео. Ну, это фотоаппарат, это не видеокамера. Ну, и тут, если надо что-то снять, там 10-15 секунд, ну, сними. Ну, для этого существуют видеокамеры, для того, чтобы снимать. Это фотоаппарат, это не среднеформатный фотоаппарат. У него есть возможность снимать видео, но я уверен, что видеокамеры это делают лучше. Ну, чем такие вот среднеформатные фотоаппараты. То есть, ну, они не предназначены для того, чтобы снимать видео вот в том виде профессиональном, который вы собираетесь на него снимать.
То есть они могут снять интервью там, ну, безусловно. Ну, поставил, зафиксировал на штативе, нажал, вот снимаю, снять интервью могут, еще что-то. Но они не для этого. То есть видеокамера есть видеокамера, фотоаппарат есть фотоаппарат. Еще, ну, ни одному производителю не удалось синхронизировать то и то в одном флаконе. Поэтому даже Sony, типа гипервидеогигант, они делают фотоаппарат, который у них вечно не получается. И видеокамеры отдельно. То есть есть 7S, там, да, A7R, да, то есть как бы R и S это фотоаппарат и видеокамера. Как бы. Уже для видео нужны одни параметры, а для фото нужны другие параметры. И понятно, что в одной камере это соединить, но пока еще никому не удалось. Люди будут со мной спорить, говорить, что нет, есть вот, например, Lumix, и фотографирует хорошо, и видеокамера классная. Наверное. Ну вот, мне почему-то видится, что это не совсем так. И вот можете, конечно, как бы на меня обижаться, говорить, что это, ну вот когда касается среднего формата, ну вот, я, честно говоря, не сильно много раз видел, чтобы кто-то снимал на среднеформатный фотоаппарат видео. То есть, ну, в этом нет никакой необходимости. Зачем? Как бы? То есть, он же совершенно для другого предназначен. То есть, у каждой вещи есть свое назначение. И использовать требуется по назначению. Я еще раз повторяю. Я на этот фотоаппарат, безусловно, сниму прекрасное интервью. Шикарное. Но вот использовать его как профессиональную видеокамеру, ну, это не та вещь, которая является видеокамерой. Как бы. То есть, он для другого предназначен совершенно. И, в общем-то, что я хочу пожелать вам в конце? Я в конце вам хочу пожелать. Следующее. Не смотрите интернет. То есть не слушайте, что говорят в обзорах. То есть, еще раз повторяю, люди, которые делают обзоры, это люди, которые к фотографии имеют, ну, очень посредственное, как бы, отношение. Потому что, как вы понимаете, это вот, знаете, кукушка хвалит кулика за то, что хвалит тут кукушку. Как бы. То есть вот им дали камеру, сказали, она должна быть классная. Они вам рассказали, что она классная. Вы ее в руки потом берете, ну, будет беда. То есть пока вы сами в руки камеру не возьмете, пока вы с ней не пройдете, ну, определенно, вы ничего про камеру сказать не сможете. Обзор это, знаете, вот как бы предварительный разговор на тему. То есть я вот, мне говорят, Викторович, ну вы что же типа смотрите обзоры там и так далее. Да, смотрю. И я вот, ну, кучу обзоров просмотрел про эту камеру. И все они негативные. И я очень долго думал, покупать ее или не покупать. Но мне почему-то увиделось, что то не совсем так, как в обзоре. Очень сложно человеку объяснить, какую камеру купить. По причине того, что, вот, честно говоря, вот есть люди, они, знаете, исходят не из того, для чего, а имеют некие убеждения, которые навязывают другим людям. Я видел кучу людей, которые начали фотографировать непонятно на что, только потому, что кто-то сказал, что им нужно фотографировать вот на это. Ну, например, там, на Hasselblad. Вот. Я вам говорю, мне никто не говорил, что мне нужно снимать на эту камеру. Я ее выбрал сам. Это мой выбор. Сознательный. Понимаете? Вот в чем разница между теми, кому сказали, что нужно снимать на Hasselblad, и тот человек, у которого есть все эти камеры, как бы, и Z640, и GFX50, и вот это. И я знаю их слабые и сильные стороны. Притом в разных условиях. Я прошел экспедиции в Европе, в Южной Африке, на Канарских островах с этими камерами. И могу вам сказать, как работает какая камера, в каких условиях. Поэтому, еще раз повторяю, с моей точки зрения, эта камера сегодня лучшая в сегменте. Опять же, у нее есть недостатки у этой камеры, в том числе отсутствие водонепроницаемости. Если бы она еще была водонепроницаема, она была бы золотая эта камера. Ну и я вас очень рад был всех видеть, как обычно. И думаю, что я еще не один, в общем-то, обзор сделаю на эти все вещи, чтобы мифы поразвеивать, те, которые создают вам те люди, которые, в общем-то, фотографируют от случая к случаю, в основном делают обзоры и как бы, в общем-то,
получают деньги от производителей для того, чтобы продавать их не камеры. Всем привет!